Здравствуйте. В Сочи 10 марта около 15 часов произошло смертельное ДТП с участием трех иномарок. По предварительным данным, водитель за рулем BMW не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota, который ехал в попутном направлении. От удара, Toyota отбросила на полосу встречного движения, где в нее врезался автомобиль Renault. Лобовое столкновение было такой силы, что автомобили сильно покорежило. На место ДТП прибыли полицейские, бригады скорой помощи и спасатели. Сотрудники экстренных служб деблокировали пострадавших из машин. По словам очевидцев, в автомобиле Toyota ехала семья с детьми. В результате столкновения погибли два пассажира Toyota, 34-летний мужчина и двухмесячный ребенок. 34-летняя женщина, находившаяся за рулем, а также 11-летний мальчик были госпитализированы с травмами. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя, всем удачи и всего хорошего!